«Собачий рай». В Ярославле открылась площадка для выгула домашних животных. Благоустроенная территория во Фрунзенском районе будет служить не только частным владельцам собак, но и кинологическим службам. Аналогичная практика, когда кинологи, пользуясь территорией для дрессировки животных, берут на себя заботу по ее содержанию, уже опробована в Заволжском районе. В результате город понес затраты лишь в размере 270 тысяч рублей. Нынешняя площадка на проспекте Фрунзе обошлась в мэрии в более крупную сумму. Стоимость вот такой площадки до 400 тысяч рублей. Площадка, она площадью до 900 квадратных метров, ограждена она двухметровым забором, существуют малые архитектурные формы. Площадка свободна для доступа граждан, она построена за счет средств бюджета города.